Всем привет! Ты где был? У какого? Вчера! А, вчера ты был у дедушки Лёни? А сегодня нам куда идти? Скажи, на свадьбу! На свадьбу! Да? А ты бабушке прическу сделал? Да! Вова женится, да? Как надо на свадьбе говорить? Горько! Горько! Афоня, так-то копчено не надо. Афонечка, а что вы хотите сделать? Хочу укулеле. Кому? Бабушке. А бабушке хоть не будет больно? Он красивый, что прическу бабуля. Это будет массаж бабушки, да? Ага. Дедушка, тут тихо, тут парикмахер работает. Так, зайчики мои, привет. Не показывай, что на телеке. Не показывай. Хорошо, не буду. Афоня кушает макароны с вилкой. У нас Гриша яичница с помидорами, а Антоха любит вот такую вот просто размешанные яйца пожаренные, да? Вот это вот жарко было. Да. У нас уже 11:30. Что я делаю? Замариновала рыбу. Тут у меня целая огромная миска рыбы. Вот она. Засыпала пока солью. Не знаю насколько. В общем, пока будет засыпана солью. Здесь достаточно большие такие стейки. Сижу, мне вчера почистил, порезал. Так что будем мариновать. Здесь еще пришла посылочка с Алиэкспресс. Ну, вернее, их здесь много. Вот это вот тефлоновый коврик. Я почему-то думала, что там два, но пришел один, не знаю. Почитаю еще все внимательно. В общем, вот он. У нас станицы нигде не видела. В городе, скорее всего, продаются, но не видела я. Ну, пришел, все, был на трубочку, на такую намотан. И посредине резинка, и вот здесь такие заломы именно от резинки для денег, которая формочки для пряников. Вот такая вот мороженка. Губы. И кленовый листик как раз к 1 сентября будут прянички. Пакеты 100 штук. В общем, для айсинга. И вот такие пакетики, если честно, они мне не очень. Мне кажется, что они маловаты. И вот даже для вот этого пряника они точно маленькие. Честно, я даже размер не смотрела. Ну, пусть будут. Тут лежат, не знаю даже сколько, 50, наверное, штук. Такие вот пакетики с липкой лентой сверху. Handmade. И, наконец-то, пришла бандана, за которую мне уже вернули деньги. Это вот такая вот обычная красная бандана для повязки на голову. Вот, в общем, вот такой вот у меня Алиэкспресс-заказ. Вернее, посылки. Я, знаете, что сейчас делаю? Жарю икру с этой рыбы, с толстого лобика. Здесь, в общем, она выглядит ужасно для начала, да, такая вся каша-бяша. Я ее посолила, поперчила, в муке немножечко обваляла для корочки. Ну, можно это и не делать. Афонечка, не кричи, пожалуйста, я тут говорю, хорошо? И вот, и теперь обжариваем, и она становится красная, красивая. Уже видно. Так, я сейчас буду кушать, уже 13:30, мне к 2 на прическу. Так что сейчас у меня быстрый-быстрый перекус. Это немножко икры и салатик сейчас даем. Так, все, я еду на прическу, одела халат, чтобы горло было. Ну, в общем, расстегивалось, то, что даже ничего нету у меня. Вот сейчас еще расчешусь. А, что еще хотела сказать? Дети все спят. Всех уложила. И с детьми будет кум. Папа наш еще на работе. Вот. Так что вот так вот. Так что я сейчас быстренько причесываюсь и еду. Так, все, я с косой. Я не знаю, что-нибудь видно вообще, что здесь коса у меня вот такая. Вы меня слушаете, я говорю, что красиво, значит, оно красиво. А, все, никого больше слышно. Да, нет. А зачем? Смысл, да. У нас теперь коровка из Кореновки. Вообще-то нормальные люди. Ты это там покажи. Ой, ты сам это собрал? Мама, а как? А белок? Нет, это когда все будет закрыто, ты надо на все... Все вставить эти штучки, потом утюгом, а так сейчас не получится, понимаешь? А то? Ну, потому что оно так не сработает. Ты тут играешь? Гриша еще у нас спит, да? Мама, где мне камеру?
Нет, я сейчас вещи пойду поглажу. Покажи, как рыбки, покажи маме. Нет, ротиком покажи, как рыбки. Ротиком. Где твой ротик? Посмотри на маму. На маму посмотри, как рыбки. Так плавают? Да. И ничего не говорят, они молчат, да? Мама, так. Так, мама ныряет. Можно нырять, да? Да, мама. Этот нагладила вещей. Вот этот первый комплект одежды. Белые рубашки. Брюки здесь детские, Сержинины брюки. Вот, так что все будут в классике. И второй комплект одежды — шорты. Просто здесь белые футболки и штаны детям. Потому что, знаете, я что-то не уверена, что им будет удобно в классике. Поэтому на всякий случай, ну, то есть на первые 5 минут будет... О, Григорий проснулся. Классика, а потом, я думаю, что если вдруг они вымажутся, обольются, то у нас будет с собой одежда, хотя мы все это в станице, но не хочется, знаете, домой ехать, пока приедешь, это примерно полчаса. Тут вещи будут с собой, и взять еще нужно обувь, чтобы если вдруг они будут в джинсах, то чтобы не в классических туфлях были. Ну, посмотрим. Так что берем с собой 2 комплекта одежды, но не себе, детям. А... себе один. Надеюсь, что будем аккуратны. Так, все, мы едем. Из 10:06. Ай, как солнышко светит. Там это дядя, это... с очком. Да? Косынка, не с очком. А что это такое? Это сверху палка, а внизу пруток железный. Она как сетка, косынка называется. Приветствуем наших молодых, буквально через несколько секунд они уже окажутся здесь перед нами, и мы их просто обязаны искупать верных продолжителей. Какой хлопай. Так, ну что ж, ребят, ну давайте так, по православному обычаю, давайте низко поклонитесь в пояс своим самым близким родным, нашим папа за маму, пожалуйста. Давайте, вы готовы? 3-4, вместе. Прекрасно, друзья, можно аплодисменты. Поразмышлять и поспорить. Да, ну, тем не менее, в народе говорят так, соль — это мудрость, ребят, посолить, пожалуйста. Вот посолите так, как бы вы посолили друг для друга, а потому как сегодня такой день, сегодня у вас одни сплошные испытания. Пожалуйста, милости просим, мы посмотрим, насколько вы мудрые. Вот замечательно. Так, прекрасно. Ребят, ну а теперь, учитывая, что вам отныне придется заботиться друг о друге, я предлагаю вам, ну, покормить друг друга. Вот именно таким вот образом. Сегодня вы начнете именно. У нас у всех есть возможность попробовать родительский каравай. Мама всю ночь глаз не сомкнула. Да, друзья, каждый должен отметить родительского каравая. Красиво, Вова. Вов, давай нам. Нас много, Вова. Неси сюда каравай, мы тут сами. По традициям, из рук молодых, действительно. Бери у Вовы маленький кусочек. Спасибо, сказать. Ой, Вова. Давай, Довгаля, мы поделимся. И то есть Степан. Поднимай, Гриш, подними, уберем. Давай. И Зоечке давай кусочек. И нам давай. Потому что все, дай нам. Вот кольца-то покажи, есть.
Такое ощущение, гости 2 недели не ели. Сюда хлеб дайте. Теперь, конечно же, не забудьте, мамой, про наших гостей. А осыпьте всех, пожалуйста, чтобы у всех гостей была жизнь безбедная, веселая и... Конечно, собирайте, дети сейчас будут богатые. Кидать, надо собирать. Что, давайте, друзья, будем платить. Ну и сейчас у нас салют из молодых. Салют! Конфет много. Ну а теперь дорогу паре, пусть не счастье. Иди сюда, иди сюда. Антоша. Бьются, тем более бьются на свадьбе, то это к счастью, да? Ну, а счастье молодой семьи, наверняка каждый знает, это, конечно, ну, а в очередной раз будем свидетелями, кто у вашей семьи будет первым мириться, если вдруг у вас возникнут какие-то недопонимания, так скажем. Пожалуйста. Бери. Дорогие друзья, ну что же, аплодисменты, какой у вас мудрый жених, прекрасно, замечательно, да. Итак, друзья, ну слушай, действительно, ну, народ, поэтому сегодня я предлагаю всем вам наполнить, дорогие мои, ваши бокалы. И, конечно же, с удовольствием хочу пригласить сюда, друзья, сегодня и мы поднимем за здравную чару, за тех, кто взрастил эту славную... Сереж, встань возле Гриши. Значит, желаем вон беззаботность вот такая, чтобы ходили спокойно. Желаем удачи, желаем терпения, желаем силы. А ну сделай, как там карате. О, силы. Желаю благополучия. А ну покажи благополучие. Ладно. Такого благополучия. Желаем материального достатка. Желаем любви, понимания. Ну, покажите любовь, понимание. Желаю солидности. Да что ж я свой солидность, а это сами поймут. То есть это не перепутайте. Ну, всего тут. Еще будут желать, а то мне микрофон дали, могу не отдать. Борька! Борька! Владелец истину лагает у вас. Вова и Ксюша, я вам считаю, я... Давай. А подарок? Счастье, здоровье. Еще больше будет. Я пошел. Давай. Что ты за шуму? Ты что-то зарабатываешь. Да, очень красиво. Я нашел свою... Да. Зоя, пошли вон дедушка. Она настоящая. А? Ага. А там как будто стеклянные полы, да? Мама, ты как будто тут падаешь полы. Треснутая даже. Ага. Внимание предоставили возможность всем высказаться. А может быть и не всем, я не знаю. Вот, кстати, наши почетные свидетели имели возможность, да, поздравить?
А, мы не говорили. Ну, хорошо, я продолжаю, так, дорогие друзья. Ну что же, я понимаю, что сегодня есть возможность всем вновь и вновь дополнить свои вокалы. Ну, а мы давайте подбудрим и дружные аплодисменты. Этот прекрасный, замечательный квартет проводим в соседнюю комнату. Именно там будут подведены итоги. Судьбу благодарю за тебя, за то, что я в глаза твои смотрю. Черный ящик – специальный подарок от наших сватов для наших гостей. У нас праздничный аукцион, шаг аукциона 10 рублей сегодня всего. Прямо что только у нас на празднике самые низкие цены. Итак, друзья, черный ящик – 200 рублей, начальная ставка. 200 раз! 200 долларов раз! Сколько? 500! Столик! Покажите этого человека. Вот они, спонсоры нашего свадьбы. Гоголь, это ты. Итак, дорогие друзья, никто не хочет больше, да? Все, 1000 рублей продано. 1000 рублей, 3 продано, друзья. Аплодисменты, аплодисменты. Итак, пожалуйста, 1000 рублей поступает в казну. Там есть. Скажите, пожалуйста, вы счастливы? Да, вы счастливы? Там нет. Сейчас увижу, счастлив или нет. Это все у нас черный ящик. Специальный подарок от наших сватов. Давайте выясним. Я, честно говоря, сам заинтригован. Не знаю, что там они нас специально положили. Так, я надеюсь, не морковка. Короче, на фильме по полной программе. Друзья, сладкий персик. Ну что же, замечательно, замечательно. Чтобы не вручить вам вот такой вот специальный подарок, пожалуйста, тренируйтесь, тренируйте ваши легкие, чтобы вы всегда дышали именно ими. А полными. Пап, давай еще один. Да, ну что ж, давайте продолжим дальше. Ну и слушаем следующую мелодию. Поехали! Что это за черная кошка? Стоп, спасибо, Свет, спасибо большое. Пап, ну за кого это?
девочку. Нет, ну за девочку чуть-чуть. Вам огласить результаты нашего свадебного референдума. Вообще, это не мне. Нам мальчик нужен. Так, вот ровным счетом тоже не делает и Андрей. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас есть возможность выяснить, кто же у наших молодых будет перевериться, мальчик или же девочка. Ну или хотя бы определить им вектор и направление, куда же им двигаться, к чему же стремиться. Итак, скажите, пожалуйста, ну, давайте начнем, наверное, в этом случае с Андрея. Итак, Андрей, вы аккумулировали мнение наших гостей относительно первенца? Девочки. Девочки, скажите, пожалуйста, сколько же оказалось мнений гостей в ваших штанах, ну, в смысле, в этих ползунках? 3637. Друзья, 3637 рублей. Ну что, друзья, это хорошая заявка на победу. Именно здесь аккумулировались мнения наших гостей относительно первенца девочки. Ну что ж, обычно нам люди говорят так, сначала няньку, ну а потом, ну и так далее. Да, ну что ж, давайте теперь выясним, сколько же оказалось в штанишках нашей милой очаровательной дружки. Итак, Виктория, вы аккумулировали мнение наших гостей относительно первенца. 4288 рублей. Это победа, друзья. Это победа, конечно же, с небольшим. Продано, продано, аплодисменты.
аплодисменты, мой друг, берите, берите свои кровные и вручайте нашим молодым. Давайте угостись этим кусочком. Ну а мы, дорогие друзья, давайте искренне поддержим нашего гостя и очередной бонус в качестве рукопожатия от нашего дорогого и уважаемого жениха. Вручайте ваше рукопожатие! Прекрасно, замечательно! Да, ну что ж, дорогие друзья, Да, и покружись. Антоша, не лови только. С вами. Простись. Раз. Два. Два с половиной. Три. Букетик свадебный. Лети. Ну что, друзья, аплодисменты. А еще снились, которая действительно сегодня поймала букет Ирисы. Ну что ж, давайте, подождите, ну куда вы уходите? Я понимаю, что вам сегодня было бы... Два! Один! Поехали! Ну что ж, друзья, тут варианты, конечно же, были невелики. И шанс ровным счетом таким же образом. Так, Андрей, ну здесь все понятно. Они оберегали... Их подключили. И куда их? Они держали. Оберегали их здоровье. И сегодня птенцы, так уж он горит в очах, как в сердце человека. Из глубины тот символ уверенной и тепла, пусть не погаснет. И сегодня я хочу пригласить сюда, в центр зала, двух замечательных женщин, которые... Мама, подойдите к одному. С одного края, другая с другой. И склоните свои свечи вместе, вдвоем, передайте тепло вашего огня. Но мы... бесконечности, той самой любви, бесконечности тех самых колец, которыми сегодня были обручены наши молодожены. И пускай сегодня всем к нам будет в качестве подарка этот замечательный танец, танец семейного очага. Ну а мы, дорогие гости, конечно же, будем поддерживать всячески наших молодоженов. И в центре этой бесконечности, в центре этой вселенной. Да, уходите, в сторону уходите, тут не стойте. Пошлите, и от дороги машина, тоже. Вот так, ну все будет видно. Сейчас будем зажигать. Я хочу шарик. И мы хотим. Наши молодые жених, Венеса, их величество. Поджигайте. Отходим. Алиночка, иди сюда. Отойди, пошел воздушный поток. А потом говорят, НЛО летало. Ё-моё. Алина, здорово.